не думаю, что будут правильные, потому что... Из-за своих денег. У оппозиции, оппозиция бедная, у них денег нет. А проправительственные, у них денег навалом. За деньги все можно сделать. Телеграмманы gönderileceği Я требую свои права. Кто вот в нашем государстве демократическое государство, кто как хочет, так и ходит. И мы хотим вот так на платке ходить, учиться. Например, я в магистратуре учусь, хочу в дальнейшем продолжить свою учебу, но без паспорта это невозможно. Может, я за рубеж хочу уехать, может, я там хочу учиться, но без паспорта как я могу? У меня нет никаких прав. Не соглашаться с этим правительством, это означает, что ты нарушаешь закон. Поэтому и каждый верующий, и каждый вообще свободный гражданин страны – это потенциально узник совести, это потенциально политзаключенный.